такой с длинными ушами бежит такой? Это кто такой, а? Это кто такой? Это кто такой с длинными ушами, а? Иди сюда, иди сюда, иди сюда. Не, подожди-ка, иди сюда лучше. Да не, не пойдет он. Ну-ка. Кто такой с длинными ушами прибежал, а? Злодей какой, а? Не видел тебя 1000 лет, длинноухий. Соскучился уже. А, злодей? Злодейчик какой, а? Хвост ты неправильно держишь. Длинноухий, хвост неправильно держишь. Вес у него хороший, тяжеленький он. Энергичный, видно. Молодец какой, а? Прибежал. По-моему, он ушастика прогнал. Здесь ушастик вроде был. Если это ушастик, конечно. Это или ушастик, или его копия. Бегал здесь. Не успел я рассмотреть. Я думаю, чего? Рванул так. А это он. Длинноухий бежит сюда. Злодей какой, а? Вот ты злодей, а. Нет, тяжеленький, хорошенький, да. Сейчас опять самый тяжелый, наверное, белка. Хорошо отъелся. Интересно, где он отъедается так. Не на моих же кормушках, да? Ты почему хвост не поднимешь, а? Злодей. Красавчик какой, а? Какой красавчик. Ну-ка, вот кто это сейчас прибежал? Вот, кто это? Это копия ушастика. Копия ушастика, да. Злодейская причем. Она всех гоняет здесь. Даже длинноухий чуть-чуть дрогнул. Да? Дрогнул же ты? Злодей какой, а? На ухе злодей. Красавец. Хорошенький какой-то, а? Какой ты хороший, а? Для науки. Злодей, конечно. Но все равно хороший. Прибежал, а? Молодец какой. Но это не его место. Он здесь не живет. Это он кормушки или меня увидел. Я сидел здесь. Думаю, посижу, подожду, может прибежит кто. Я вообще-то ушастика ждал. На длинноухого даже не рассчитывал. А тут длинноухий прибежал. Молодец какой. Злодеи какие они все.
Для науки даже дал погладить себя. Вообще даже никакой реакции не было. Молодец какой он. Какой ха. Прям свой стал. Родной. Родной для науки. Свой родной. Даешься гладиться. Хвост только неправильно держишь. Вот так вот он. То, что держит хвосты-то. А так молодец, да? Хороший. Орешки он, по-моему, не ест. Грецкие. Морковку тоже не ест. Давал ему сейчас морковку и грецкий орех. Вообще совершенно равнодушен. Я, говорит, через полпарка бежал. Не для того, чтобы морковку есть. Да, злодей какой, а? Злодейский злодей. Кончились орешки? Орешки-то кончились? Все, да? Есть еще, да. А ты знаешь. Молодец. Молодец какой. Для науки. Молодец какой, а? Молодец, что прибежал. Не надо искать его нигде. Объявился, сколько я не видел его. Неделю почти. А может и больше. Куда-то он делся, и все. Молодец какой, а? Хороший злодей. Хорошенький какой, а? Ух, какой! Ухи в кадр не влазит его. Вот так вот.